Друзья, всем привет! Вы на канале Дальний Путник. И сегодня к нам на обзор и тест попала мультиварочка на 24 вольта, примерно 100 ватт она имеет. Ну и я не буду томить, приступим к обзору. Мультиварка позволит вам всегда иметь вкусную горячую еду у вас в машине. На ней вы сможете приготовить огромное количество блюд. Мультиварка имеет компактные размеры и при этом позволяет готовить два блюда одновременно. Как раз для полноценного обеда для одного человека. Благодаря наличию двух секций можно готовить два блюда независимо друг от друга. Она очень проста в управлении. Чаша с антипригарным покрытием не дает блюду пригореть и легко моется после использования. В комплект входит удобный мерный стакан, ложка, надежный и толстый провод для подключения к прикуривателю. Ну и давайте перейдем к тесту. Будем сегодня мы варить сыр, и сардель перерезана на две части. Я заливаю одну кружку воды. Закрываем. Есть здесь всего две кнопки. Это подогрев, это готовить. И вот так вот подключается розеточка. Кабель, видите, такой толстый, надежный. Ставлю мультиварку вот в этом месте. Здесь как раз вот такой вот стаканчик есть. Убираю. Вроде не двигается. И подключаем к розетке. Сразу же включается режим подогрева. Включаем верхнюю кнопку. Греет. Время 11:37. Ну, думаю, минут 15, и оно должно уже закипеть. Так, итак, прошло примерно минут 15-16. Открываем, смотрим, что там у нас. В общем, оно уже, наверное, давно кипит. Так, высыпаем рис. Кладем туда нашу сарделечку и закрываем. Хорошо, что еще есть на запас эти, и предохранитель есть тоже запасной. И где-то минут 10, думаю, хватит, покипятим и дальше посмотрим. А, еще нужно, чтобы рис еще постоял где-то минут тоже 15, и чтобы он был полностью готов. Ну что ж, прошло примерно 12 минут, выключаем, отсоединяем кабель. Здесь такая вот специальная заглушечка. И еще где-то минут 10-15 пускай постоит. Ну что ж, прошло где-то минут больше 10. И хочу вам сразу показать, что вот такой вот вольтаж остался после готовки. Так, ну посмотрим, что у нас там получилось. Сарделечки. Ух, горяченькая. Так, и вот сколько получилось риса. Посмотрим, это у меня большая вот так, есть такая тарелочка. Как видите, тефлоновое покрытие вообще хорошее, качественное. Ну что ж, сделаем пробу. Все, хорошо. Не сырой, полностью готов. Вот, друзья, к примеру, с моей 4-литровой мультиваркой какая разница. Насколько эта мультиварочка компактная. Думаю, вот такого вот размера мультиварочка будет как раз для тех, кто ездит на каденции и у кого нет возможности подключить инвертор. Друзья, ссылочку на магазин преобразователь 12220 я оставлю в описании, и также контакты.
Ну и для покупателей из моего канала, кто будет говорить по промокоду, то скидка есть 10%. Все, всем удачи. Подписывайтесь на канал, будем еще снимать, что еще можно с ней сделать, приготовить. Думаю, настанет время для супов. Все, всем удачи!